Привет, друзья! Меня зовут Артемий Зацепин, специально для Вегмарт ТВ. В сегодняшний юбилейный 20-й Вегмарт мы берем интервью у разных наших гостей. Это честные и открытые отзывы. Поехали! Привет, тебе как зовут? Меня Максим. А как часто бываешь на Вегмарт? На Вегмарте я бываю, ну, раз в месяц, в два, в три. Но сегодня я выставляю здесь со своей продукцией. Что тебе у нас нравится? Мне нравится на Вегмарте атмосфера, мне нравятся люди, мне нравится организация. Ну и, собственно, все люди, которые здесь присутствуют, они близки мне по духу, и меня это радует. И то, что я могу делать для них тоже что-то хорошее. Какое открытие ты здесь совершил? Может быть, какое-то новое блюдо, может быть, какой-то продукт, может быть, какое-то знание получил? Да, я открыл для себя новое блюдо. Это в комплекс бургер, там очень интересный ролл был с новым. Обычно они все с фалафелью делаются, а здесь другой, какой-то из пшеницы, клейковина делается. Также открыл для себя очень интересный хвойный экстракт и воду из него делать, я купил себе. Ну и также открыл, что устроил здесь такой аттракцион, чтобы люди стояли на гвоздях и получали призы у меня на стенде. И я увидел, что это очень многим людям нужно, что они получают незабываемый опыт. И еще то, что вчера одна девушка первый раз в жизни стала на гвозди и простояла 58 минут. Это было для меня открытием. А еще открытие, конечно, то, что почему-то на гвоздях девушки стоят лучше, чем мужчины. И дольше, и... Но, видимо, это природой заложено. Круто. Твои пожелания Вегмарту? Мои пожелания Вегмарту – расти, развиваться, укрупняться и как можно больше людей, чтобы сюда приходило. То есть это благое дело, и я считаю, что чем больше будет людей сюда приходить, тем более здоровее будет Россия, тем более здоровее будет весь мир в конечном итоге.